Как я вам и обещал, показываю, как снимается стекло в разных видах плит. Сегодня вот эта плита вот такая вот Beko, или Beko, не знаю, как она правильно называется. Здесь все очень просто. Кстати, в Electrolux практически так же все снимается. Вот здесь вот, видите, вот эту штучку просто, не просто, а просто. Вот так вот отщелкиваете одну с одной стороны и просто тянете и отщелкиваете с другой стороны. Вот эту планку снимаете. И все. И стекло у вас вытаскивается. Вот так все просто. Ну и многие спрашивали, зачем его вытаскивать, ведь можно помыть. Нет, внутри вы его не помоете. Вот эти вот загрязнения, которые там есть, видите, вот их промыть нереально. Поэтому только нужно будет вытащить стекло. Ну, обратно его поставить, я думаю, вы сможете. Ну и аналогично потом стекло, когда вы на место вот поставили, все это вот так планочку возвращаем. Одной рукой неудобно снимать. Вот так вот ее раз поставили. И хоп, здесь защелкнули. И вот так защелкнули. Все. Стекло на месте.